Смартфоны Samsung Galaxy S10 будут заряжаться одинаково быстро как по проводу, так и без. Мы уже много раз видели смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10 Plus, а сейчас в сети появились изображения зарядок, которыми будут комплектоваться эти модели. Как оказалось, при параметрах 12 в 2,1, а мощности зарядных устройств совпадают, они чуть больше 25 в вторник. Смартфоны будут заряжаться одинаково быстро как по проводу, так и без него. Но это еще не все особенности, связанные с зарядками Galaxy S10. В сети появилось подтверждение слуха о том, что смартфоны смогут делиться зарядом своей батареи с другими устройствами без проводов. Корейцы явно подсмотрели эту возможность у Huawei. На фото ниже технологию схематично изображает последний кружок. Как пишет источник, официальное название функции — PowerShare.